Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Данилы, и это английский сервер, где вышло обновление, и мы сегодня будем ролить под коллекционера. Аккаунт молодой, как видите, но донатный, уже есть неплохие герои. Сейчас посмотрим, сколько у него доната. Ну, под 30, но герои, как видите, уже очень интересные есть. Так, поехали, посмотрим. Так, давайте так. Ну, поручный пак 2.8, это, конечно, интересно. Но хотелось бы пятерку с бесплатки. Так, находится он в гильдии Bad Rules. Bad Rules. Даже не знаю, как правильно прочитать. А, босс 13.0 по серверному времени. Кидайте заявочки, вступайте. Ну, народа немало в гильдии, смотрю. Так, окей, смотрим, что у него за аккаунт. Бигфут есть, Гаргул есть, Варлок есть. Неплохо. Так, шапка. А это я что-то попутал, думал, шапка стоит. Так. Анубис есть. Отлично. Стрелок, Фрейя есть. Седна. Ну, в принципе, то, о чем я вам показывал, что можно за минимум доната собрать нужных героев. Вот так вот. В общем, надо куча недостающих. Новый герой, Махатма. Давайте посмотрим ради интереса, как поживают. Ну, в принципе, вы сами все видите. Жесть, короче. Вот это да. Ну, как вам начальный аккаунт? Это просто жесть, честно говоря. Ну, не жесть, это нормально. Посмотрите, и герои, таланты. Что еще надо? Себе по чуть-чуть развиваешь. Так, хорошо. У нас такой вот сегодня коллекционер. За паладина дают сумочки, за бугеймена дают новую эмблемку, кулаки. В общем, все как обычно. Поехали, попробуем что-то выбить. Я сегодня ролил своим сагильдийцем, честно говоря, не особо доволен роллингом. Так, ну потом глянем еще, что у него вообще пройдено этим аккаунтом. Медуза. Надеемся, надеемся на нового героя. Рино. Неплохо. Кэнди Кейн. Сегодня она всем падала. Рогатка, ребят. Рогатки, по-моему, у него нет, если я не ошибаюсь. Да, рогатки нет, поздравляю. Недостающий герой один уже есть. Отличненько. Поехали дальше. Уже начало неплохое. Ну, как-то мне сегодня не нравится коллекционер вообще на этом сервере. Не знаю, почему так, но я вообще в него не играю у себя на аккаунте. Все потому, что там спустя 2-3 дня можно купить героя. Так, Влад Дракула. Ну, давайте до 20к и пойдем. Ниндзя. Ну, то, о чем я говорю, что еще одна рогатка. Это просто жесть. Офигеть. Везучий он на рогаток, но хотел недостающего. Конечно, Махатму выбить бы нам еще. Не знаю, что-то не прет на этом сервере, на роллинге. Возможно, тут так всегда, но я привык на русском. Намного веселей падает. А тут сколько я уже переролил, честно говоря, все время удивление. Та-та-та.
Поехали дальше. Ну, просто какой-то бред, не знаю. Две рогатки упали и больше ничего. Вот посмотрите. Повелитель бури, отлично. Ну, поздравляю. Вот это уже повеселей. Однозначно, это мы уже заберем две смерти подряд. Так, такс. Да, коробочка пятая, скин, огонь. Поехали еще в райды сбегаем, потому что надо разбавить этот невезучий роллинг. Я не знаю, честно говоря. Не впечатляет меня. Рандомчик здесь. Донатный рандомчик здесь хороший, а вот паролить не знаю, что-то не идет. Так, окей. Ну давай. Ну, какие-то они все одинаковые, герои падают. Да, хотелось бы, конечно, большего, но, к сожалению, видите, просто нереально. Не знаю, не нравится мне такой коллекционер. Ну, повелитель бури радует. Хотя у него героев и так, в принципе, хватает. Сейчас откроем коробочку, посмотрим, что нам там упадет. Давайте так. Откроем рогатку. И на рогатке сейчас еще роллим. Так, открываем скин. Ну, поздравляю, скин у тебя уже есть. Это уже неплохо. Так, скин есть, открыли. Вот она. Четвертая железная воля сразу же. Бум. Стойкость. Ну, блин. Эх, такое себе. Печально, печально все на этом сервере. Вот это мне функция нравится. Очень удобно. Собирался и все открыл. Так. Хорошо, с этим мы разобрались. Ну, такой вот, ребят, роллинг. Давайте. А, у него даже нету героев с эволюцией, ничего себе. Вот это да. Так, ну, в принципе, неплохо. Ну, интересно, чего. Что он прошел вообще? Ну да, дошел, как и я. У себя по подземках. По подземках у него что-то вообще печально все, о чем не проходит подземки, я говорю, вроде топовая, или он постепенно никуда не спешит. Вроде герои позволяют, или все же нет. Странно. Возможно и нет. Какая у него магия? Так, магия. А у магии вообще не хотя пятая. Первая. Надо качать хранилище ему.
В общем, ребят, вот такой вот аккаунт. Выбыли две, в принципе, рогатки. Это уже неплохо, но чего-то сверхъестественного у нас тут не случилось. Поздравляю со скином на бурю. Ну, а так, не знаю, очередное доказательство того, что на английском все-таки роллинг не айс. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, конкурсы, все дела. Всем удачи, всем пока.